Итак, смотрите, следите за руками мошенников. Мошенников в данном случае я говорю о Нурсултане Назарбаеве. Он, будучи президентом Республики Казахстан, назначает на должность председателя Центральной избирательной комиссии кого? Прямого своего родственника Берика Имашева, дочь которого вышла замуж за сына Дариги Назарбаева. Итак, председатель Центральной избирательной комиссии является прямой родственник Нурсултана Назарбаева. Куда его? Далее, в соответствии с Конституцией, дополнительно в состав избирательной комиссии входит 6 человек. Из них двоих назначает Нурсултан Назарбаев своим указом лично. Двоих кандидатуру утверждает Сенат парламента и двоих Мажилис парламента. Но мы все знаем, что Сенат парламента и Мажилис полностью зависимы от Нурсултана Назарбаева. Практически все депутаты назначены им лично. От партии Нуротан или других партий, как КНПК, это отдел партии, партии Нуротан. КНПК якобы коммунист. Не существует никаких коммунистов. Это подставная структура. И вторая партия, так называемый Ак-Жол, якобы партия предпринимателей, тоже подставная партия власти, вы все прекрасно знаете. Это тоже так называемый отдел администрации Нурсултана Назарбаева. Итак, то есть получается, что все 7 членов избирательной комиссии фактически назначаются сверху.